Так. Ну. Так, всем привет. Кейс Еспорт. Нужно открыть. Покупаем один ключик. Пополнить балансик. Пополним баланс карточкой. Выполнение. Выполнение. Так, здесь не говорим, какой пароль. Вообще не говорим. Так, принимаем условия. Идет покупочка, идет покупочка. А чё так долго идет покупочка? Покупочка. Мне нужно открыть этот e-sport и получить какой-нибудь кнайф. Какой-нибудь кнайф. Авторизировать. И у нас есть ключик e-sportовский. И что мы делаем? И что мы делаем? Мы открываем кейс e-sport 2013. Он у меня один. Ну и ладно. Просирать так просирать вместе. Вместе. АВП бах. Не знаю, что за АВП бах. Мы получили новый предмет АВП бах. В контру я давно не играю. Поэтому у меня вот был один всего лишь. Как его? Один ключик и один сундучочек. И я открыл какой-то АВП бах. Три этап контракт какие-то здесь. Осмотрим АВП бах. Я даже не знаю, сколько он стоит. Напишите. Заменить у обеих команд. Да, заменим. Будем стрелять из АВП бах. В принципе и все. Подписывайтесь на канал, если вы хотите, чтобы я открывал сундучочки. Ставьте лайки. Обязательно напишите, хороший это АВП фиолетовый или нет. Всем пока.